Логопед для вас представляет. Кто на пальме ест бананы, быстро скачет по лианам, может ловко на хвосте раскачаться в высоте? Верно, это обезьяна. Кто могучий и большой, обливается водой, фрукты хоботом берет, отправляет прямо в рот? Умница! Это слон. Кто отважный и красивый, всем известен рыжей гривой? Он бесстрашный царь зверей, всех сильнее и храбрей. Молодец! Это лев. Кто зеленый и зубастый? Подходить к нему опасно. Он добычу поджидает и внезапно нападает. Точно! Это крокодил. Что за птица с длинной шеей бегать лучше всех умеет, но не может полететь, хоть и хвост и крылья есть? Правильно, это страус. Кто огромный, неуклюжий, не выходит в зной на сушу, а лежит в речной воде, отдыхает целый день? Умница! Это бегемот. Кто красивый и заметный, с опереньем разноцветным, кто орехи, апельсины вмиг очистит клювом сильным? Верно! Это попугай. Кто ныряет глубоко, ластами гребет легко, кого панцирь защищает, от опасности спасает? Молодец! Это черепаха. Кто в наряде черно-белом в холода гуляет смело? Он креветок рад ловить, чтобы птенчика кормить. Точно! Это пингвин. Кто в пушистой шубе белой плавает всегда умело? Кто морозов не боится, любит рыбкой поживиться? Правильно! Это белый медведь. Подписывайся на наш канал, ставь лайк.